Шри Кришна Чайтанья Табу Даякуру Море Тома Бинаке Даяхалу Джагата Самхарим Патита Павана Хито Таваяватара Мосамапатита право на пайбе арам. Аха право нитянанда премананда соки крипа бало канакоро ами боро доким. Даякурам Ситапати Адвайта Госай Тава Крипа Бале Пай Чайтанья Нитай Ахасваруп Санатана Рупарагуната Бата Джугаши Джива Прабу Локанатам Даякара Шьячаря Прабу Шинибаса Рамачандра Сангамаге Нарутама Дасам Шри Кришна Чайтанья Прабу Даякара Море Тома Бинаке Даяхалу Джагата Самхарим Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam
Джая Джая Шри Чайтанья Джая Нитянандам Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вриндам Шри Чайтанья Чаритамрита Ки Джая Шрила Кришна Даска Вирадж Госвами Ки Джая Шрила Прабхупада Ки Джая Всем слушающим Шри Чайтанья Чаритамриту Ки Джая. Так, дорогие преданные, мы продолжаем служить Шри Чайтанья Чаритамрите, потрясающему писанию, подарку Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами всем людям в этот век. И Шрила Прабхупада передал этот подарок своими комментариями, дополняя еще больше, давая шанс всем, чтобы люди поняли это глубочайшее писание и применили к своей жизни. То есть Ачарья Дева дал всем. Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами на Бенгале написал это писание. Шрила Прабхупада перевел с Бенгали. Это его язык родной, где он родился. Калькутта и бенгальский язык его родной язык, и он перевел очень быстро, гораздо, чем Шримад Бхагаватам. И в тех местах, где нужно, дал свои комментарии, в тех местах, где нужно, послал комментариям разных ачарьев. И мы имеем это потрясающее писание, которое призвано помочь каждому буквально падшему человеку в Кали-югу достичь высочайшего уровня Кришна Премы. Итак, мы читаем главу 20 Мать Алилы. Господь Шри Чайтанья Махапрабху объясняет Санатане Госвами науку об абсолютной истине, текст 250. В целом глава 406 стихов. Пратамей каре Кришна Пурушаватара Сейта Пурушахая Тривита Пракар. Господь Шри Чайтанья Махапрабху продолжает свои наставления Шриле Санатане Госвами. Осознание Кришны. Вначале Кришна принимает образ Пуруша Аватар, то есть Вишну. Они бывают трех типов. Комментарии Шрила Прабхупады. Вплоть до этого стиха давалось описание разнообразных экспансий Господа. Далее речь пойдет о проявлениях разных его энергий. Есть три формы Вишну, именуемые Пурушами. Первый Пуруша – Маха-Вишну, создатель всей материальной энергии Махат. Второй – Гарбхудакашай-Вишну, пребывает внутри каждой вселенной, а третий Кширода Кашай обитает в сердце каждого живого существа. Тот, кто знает эти три проявления, Вишну освобождается из рабства Майи. Комментарий Шрила Прабхупады. Этот стих, цитата из Саттвата Тантры, приводится в Лаху Бхагаватамрите Пурва Канда 2.9. Мы знаем, что Лаху Бхагаватамрита – это писание, которое написал Шрила Рупа Госвами, Прабхупада, наш Ачарья. Дальше читаем. Ананта Шакти Матте Кришна Ретина Шакти Пратан Ича Шакти Гьяна Шакти Крия Шакти Нам. Кришна обладает безграничными энергиями, главными из которых являются три. Энергия желания – Ичашакти, энергия знания – Гьяна-шакти и созидательная энергия – Крия-шакти. Энергия желания повелевает Господь Кришна, ибо все возникает по его высшей воле. Желание порождает необходимость в знании. И знание это выражается через Васудеву. Творение невозможно без мышления, ощущений, воли,
знания и деятельности. Благодаря сочетанию высшей воли, знания и действия появляется космическое мироздание. Господь Санкаршана – это Господь Баларама. Как повелитель творческой энергии Он создает и материальный, и духовный миры. Этот изначальный Санкаршана, Господь Баларама, является причиной существования как материального, так и духовного миров. Он владыка эго, и по воле Кришны Он с помощью духовной энергии творит духовный мир, состоящий из Голоки Вриндаваны и планет Вайкунтхи. Хотя о духовном мире нельзя говорить, что он был сотворен, тем не менее он проявляется по божественной воле Санкаршаны. Духовный мир – это место, где разворачиваются игры вечной духовной энергии. Гокула, высочайшая из всех обителей и планет, похожа на цветок лотоса с тысячей лепестков. Венчик этого лотоса – обитель Верховного Господа Кришны. Это высшая обитель, имеющая форму лотоса, сотворена волей Господа Ананты. Комментарий Шрила Прабхупады. Этот стих – цитата из Брахма Самхиты 5.2. С помощью материальной энергии тот же Господь Санкаршана создает все материальные вселенные. Безжизненная материя, которую принято называть природой, вовсе не является причиной возникновения материального мира. Без энергии Верховной Личности Бога безжизненная материя не может сотворить космическое мироздание. Созидательной способностью ее наделяет не материальная энергия, а Санкаршана. Безжизненная материальная энергия сама по себе не может ничего создать. Она творит материальный мир благодаря могуществу Верховного Господа. Подобно тому, как железо, которое само по себе не способно обжигать, приобретает такую способность, если раскалить его в огне. Баларама и Кришна – суть действенная и вещественная причины материального мира. Как Махавишну и материальная энергия, они входят в материальные элементы и порождают разнообразие при помощи своих многочисленных энергий. Поэтому они являются причиной всех причин. Комментарий Шрилы Прабхупады. Это стих из Шримад Бхагаватам 10.46.31. Та форма Господа, в которой Он нисходит в материальный мир, чтобы творить, называется аватарой или воплощением. Все экспансии Господа Кришны на самом деле обитают в духовном мире, а когда они нисходят в материальный мир, их называют воплощениями, аватарами. Чтобы взглянуть на материальную энергию и наделить ее созидательной способностью, Господь Санкаршана вначале воплощается в образе Господа Махавишну. В начале творения Господь принял образ Пуруша Аватара и проявил все составные части материального мира. В первую очередь он создал 16 основных энергий, необходимых для творения. Он сделал это, желая проявить материальные вселенные. Комментарий Шрилы Прабхупады.
Это цитата из Шримад Бхагаватам 1.3.1. Объяснение этого стиха можно найти в 5 главе Адилилы, стих 84. Каранабдхишай Вишну, Махавишну, является первым воплощением Верховного Господа. Он повелевает вечным временем, пространством, причинами и следствиями, умом, стихиями, материальным эго, гунами природы, чувствами, вселенской формой Господа, Гарбхудакшая Вишну и всеми движущимися и неподвижными живыми существами. Это цитата из Шримад Бхагаватам 2.6.42. Она объясняется в комментарии к 83 стиху 5 главы Ади Лилы. Эта изначальная личность Бога по имени Санкаршана вначале ложится на воды реки Вираджи, которая служит границей между материальным и духовным мирами. В образе Каранабдхишай Вишну он является первопричиной материального творения. Вираджа, причинный океан, разделяет духовные и материальные миры. Материальная энергия расположена по одну сторону этого океана и на другой берег, в духовное царство ей доступа нет. В духовном мире не существует ни гуны страсти, ни гуны невежества, ни их смеси, ни оскверненной гуны благости, ни влияния времени, ни самой Майи. Там живут только чистые преданные, приближенные Господа, которых чтут комментарии Шрила Прабхупады. Это стих из Шримад Бхагаватам, произнесенный Шрилой Шукадевой Госвами 2.9.10. Госвами в ответ на вопрос Махараджи Парикшита о том, как живые существа падают в материальный мир, Шукадева Госвами объяснил самую суть Шримад Бхагаватам в четырех стихах, поведанных Господу Брахме в конце его суровой аскезы, которую он совершал в течение тысячи небесных лет. Тогда Брахме был явлен духовный мир и трансцендентная природа того мира. Еще раз прочитаем этот очень важный, глубокий стих. В духовном мире не существует ни гуны страсти, ни гуны невежества, ни их смеси, ни оскверненной гуны благости, ни влияния времени, ни самой Майи. Там живут только чистые преданные, приближенные Господа, которых чтут и полубоги, и демоны. У Майи две функции. Одна называется Майя, а другая Прадхана. Майя – это действенная причина, а Прадхана – это компоненты, из которых создается материальный космос. Комментарий Шрилы Прабхупады. Более подробное объяснение этого можно прочитать в 58 стихе 5 главы Ади Лилы. Ну, когда Шрила Прабхупада объяснил уже этот же стих, здесь повторение есть в Писании, Шрила Прабхупада уже комментировал, он посылает к этим комментариям и не повторяется. Дальше Господь приводит другой стих. Когда верховная личность Бога бросает взгляд на материальную энергию, та приходит в возбужденное состояние. В это время Господь вкладывает в нее изначальное семя, оплодотворяя ее душами живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гите 7.10 Кришна говорит: «Биджам мам сарва бхутанам» – «Я изначальное семя всего сущего».
Это подтверждается и в другом стихе Бхагавадгиты 14.4. «Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я – отец, дающий семя». За более подробными объяснениями можно обратиться к Брахма Самхите 5.10-13. В той же Брахма Самхите 5.51 сказано: «Агнирмахи гаганамамбумарут дишашча каластатама манасити джагат траяни». Ясмат бхаванти вибхаванти вишанти ямча говиндамадипурушам тамахам баджами. Все материальные элементы, так же как и духовные искры, индивидуальные души, исходят из Верховной Личности Бога. Это подтверждается в Веданта Сутре 1.1.2 Джанмадиася Ятага. Абсолютная истина – это тот, из кого исходит все сущее. Он есть высшая истина Сатям Парам Дхимахи, Бхагаватам 1.1.1. Высочайшая абсолютная истина – это Кришна. Ом намо Бхагавате Васудевая Джанмадиася Ято Анвая Титараташ Чартпеша Бижнаса Сварат. Абсолютная истина – это Личность, которая прямо и косвенно осознает все космическое проявление. Бхагаватам 1.1.1. Абсолютная истина – Верховный Господь наставлял Господа Брахму из сердца. Бхагаватам 1.1.1. Тене Брахма Хридая Адикавае. Поэтому абсолютная истина не может быть мертвой материей. Абсолютная истина должна быть Верховной Личностью. Сей Пуруша Майя Пане Каре Авадхан. Господь обладотворяет материальную природу одним своим взглядом, вводя в нее живых существ. В соответствии со своей кармой, прошлой деятельностью, они получают те или иные тела. Бхагавадгита 2.13 объясняет это так. «Дехина асмин ятхадехе камварам яванам джара татхадехантара праптир дхирас татра намохьяти». Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Господь продолжает беседу, чтобы обладотворить материальную энергию душами живых существ, Господь соприкасается с ней не сам, а через посредство своей особой, специально для этого предназначенной экспансии, и тогда живые существа, его неотъемлемые частички, входят в материальную природу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите 15.7. Живые существа в материальном мире – мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум. Слово «пракрити спаршана» в данном стихе Чайтанья Чаритамрита означает, что Господь бросает взгляд на материальную природу и помещает живых существ в безжизненную материю. Махавишну бросает взгляд на материальную энергию са айкшата локанну сриджа ити айтарея упанишат 1.1.1. В обусловленном состоянии зачатие осуществляется в соответствии с устройством тела, то есть посредством полового акта. Но Верховный Господь не нуждается в половом акте, чтобы облаготворять. Он оплодотворяет одним своим взглядом. Это также объясняется в Брахма-самхите 5.32. «Анганияся сакалендрия вриттиманти пащанти панти калаянти чирам джаганти ананда чинмая садуджвала виграхася говиндамади пурушам тамахам баджами». Говинда способен оплодотворять одним взглядом. Иными словами, его глаза способны выполнять функции гениталии. Ему не нужны гениталии, чтобы зачать ребенка. Более того, Кришна способен зачать любое живое существо любой частью своего тела.
Вот как объясняется слово «сванга» вишеша пхасарупе, указывающий на форму, посредством которой Господь зачиняет живых существ в материальном мире. Для этого Господь принимает облик Шивы. В Брахма-самхите говорится, что Господь Шива, который представляет собой одно из проявлений Махавишну, подобен йогурту. Йогурт – это не что иное, как молоко, однако это и не молоко. Аналогичным образом, Господь Шива считается отцом всей Вселенной, а материальная природа – матерью. Отец и мать Вселенной известны как Господь Шива и богиня Дурга. Гениталиям Господа Шивы и лону богини Дурги поклоняются в образе Шива-линги. Это источник материального творения. Господь Шива занимает промежуточное положение между живыми существами и Верховным Господом. Иными словами, Господь Шива – это и не Верховная Личность Бога, и не обычное живое существо. Он – форма Господа, посредством которой Верховный Господь зачиняет живых существ в материальном мире. Подобно тому, как молоко превращается в йогурт, если добавить к нему культуру бактерий, Верховный Господь принимает форму Господа Шивы, когда соприкасается с материальной природой. Акт оплодотворения материальной природы Отцом, Господом Шивой, поистине удивителен, поскольку одновременно зачиняются бесчисленные живые существа. Бхаго Дживаса Виджнея Сачанантяя Калпате. Шветашватара Упанишат 5.9. Эти живые существа очень и очень малы. И Чайтанья Чаритамрита приводит стих Шрила Прабхупада Матхья Лила 19.140. Если разделить кончик волоса на 100 частей, а затем одну такую часть еще на 100 частей, это и будет размер каждого из бесчисленных живых существ. Все эти существа – читкана, частицы духа, а не материи. И спор на коже трансцендентного тела Господа исходят бесчисленные брахманды, вселенные, а также бесчисленные живые существа – дживы. Так возникает материальный мир. Без джив существование материальной природы было бы лишено смысла. И живые существа, и материальные вселенные исходят из пор трансцендентного тела Господа Махавишну. Все они суть различные энергии. Господь Кришна в Бхагавадгите 7.4 говорит о материальной природе так. Бумирапунадо ваю камману бутиревача аханкара итям ме бхинна пракритир аштата. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – это 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. То есть материальные элементы также исходят из тела Верховной Личности Бога. Но они представляют собой иную форму энергии, отличную от энергии, представленной живыми существами. Живые существа тоже исходят из тела Господа, однако они относятся к высшей энергии. Апареямитастваням пракритим витиме парам дживапутам махабахо яедам дхарьяте джагат. Помимо этой низшей энергии, могучей руки Арджуна, есть другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которая пользуется тем, что создана материальная низшая энергия. Бхагавад-гита 7.5. Низшая энергия, материя, не может действовать без высшей энергии. Все это очень подробно объясняется в Ведах. Материалистическая теория, согласно которой жизнь происходит из материи, неверна. И жизнь и материя исходят из верховного живого существа, поэтому, будучи источником обеих энергий, это верховное живое существо Кришна описывается в Веданта Сутре 1.1.2 как Джанмадиася Ятаха. Верховный Господь – изначальный источник всего сущего Сарва Карана Карана. Более подробно об этом говорится в следующем стихе.
незапамятные времена, приведя материальную природу в возбужденное состояние так, что проявились три ее качества, Верховный Господь вложил в ее лоно семя бесчисленных живых существ. После этого она породила совокупную материальную энергию, известную под названием Хиранмая Махататва, изначальная символическая форма мироздания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Это цитата из Шримад Бхагаватам 3.26.19. Господь Капила рассказывает своей матери об отношениях между Верховной Личностью Бога и материальной природой. Он говорит, что Верховный Господь – первопричина живых существ, обусловленных материальной природой. Над 28 элементами материального творения стоит Верховная Личность Бога, причина всех причин. Жизнь происходит не из материи, а из самой жизни. Как объясняется в ведах, нитё нитянам чайтанаш чайтананам катха упанишат 2.2.13, изначальным источником жизни является Верховный Господь. И здесь, дорогие преданные, мы остановимся, мы прочитали с 250 стиха по 274 стихи с комментариями Шрилы Прабхупады. Что можно сказать? Господь Шри Чайтанья Махапрабху дает глубочайшее объяснение обо всех энергиях и таттвах, о том знании, самбанда гьяны, которое нужно, чтобы Шрила Санатана Госвами услышал и передавал нам, как ачарья, который передает нам знания, изначальное знание обо всех энергиях, обо всех воплощениях Господа, обо всех таттвах, истинах, которые нам нужно. И Господь Шри Чайтанья Махапрабху очень спокойно, умиротворенно, глубоко дает это знание, нужное Шриле Санатане Госвами, для того, чтобы мы получили от него это знание. И он это делает как совершенный Господь, совершенным образом. Если у нас есть чистое сердце, соответственно, чистый ум и разум, которые уже на одной линии с душой, то есть уже не отличны. То есть духовный ум, духовный разум и чистое, изначальное, присущее чистому живому существу сердце, мы это знание поймем с одного раза. Не то, что поймем, вспомним, потому что мы знаем это знание. Чистое живое существо – Сат-Читананда Виграха, то есть знание, и он всегда блаженный. Когда мы забываем это знание, знание, которое изначально мы знаем, мы загрязняемся или покрываемся материальной энергией. Как только это загрязнение или покрытие майи очищается посредством практики чистого бхакти, мы вспоминаем это знание и не забываем. Вспоминаем и не забываем. Итак, дорогие преданные, спасибо вам большое. Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Шриле Кришнадасе Кавирадж Госвами, вся слава Господу Шри Чайтанья Махапрабху и всем его преданным, вся слава Шриле Санатане Госвами. Нитай Гора Премананде.